Ректор рассказал сотрудникам о мерах повышения эффективности труда в университете. В учебных группах должно быть больше студентов, а выпускникам нужно предоставить возможность стопроцентного трудоустройства. Мы должны готовить хороших специалистов. Мы должны работать с предприятиями. Сегодня тенденция развития высшего образования – это прикладной бакалавриат и филиалы кафедр на предприятиях. И министерство говорит о том, что в ближайшее время они прикладной бакалавриат доведут до 30-35% бюджетных мест. Также Александр Шестаков прогнозировал повышение окладов сотрудникам вуза. Уже к 2018 году средняя зарплата преподавателей ЮРГУ составит 200% от среднего оклада региона. Мы успешно выполняем программу Национально-исследовательского университета. Значит, у нас есть средства на повышение заработной платы, у нас есть система, есть средства на поощрение эффективно работающих преподавателей и сотрудников университета. И мы успешно работаем и с бюджетом, и с промышленностью нашей страны. В конце собрания Александр Шестаков вручил благодарности сотрудникам ЮРГУ, которые работают в нем более 50 лет, а значит, создавали научную базу университета. К слову, сейчас вуз работает над созданием новой техники, в которой заинтересована промышленность России.